наши благотворители, у нас есть попечители нашего храма, которые пожелали остаться неозвученными, но все же скажу, что сделана достаточно большая работа на этой неделе, вот прошедшей неделе. У нас были заменены центральный купол и шатер над колокольней. Тот, кто производитель этих куполов и шатров, гарантирует срок эксплуатации не менее 50 лет, вот, что как бы само по себе внушает нам уже некоторые надежды, что если Богу угодно будут наши труды, вот, что на протяжении 50 лет вот эти красивые куполы, этот шатер будут свидетельствовать о том, что вера православная не просто жива, станица, она развивается и развивается очень активно. Также святыня храма, икона Пресвятой Богородицы, Курское коренное знамение, получила новый оклад и ювелирное обрамление. Материалом послужили многочисленные подношения, которые делали верующие в благодарность за помощь. С июня перед иконой будут проводить регулярные молебны с чтением акафиста. Примерно за год рядом с храмом появилась коробка здания будущей церковно-приходской школы. Пока ученики занимаются на втором этаже храма, но уже до конца текущего года работы могут быть завершены. Мы сейчас стараемся всеми силами сделать максимально все, чтобы для нашей молодежи и для будущего поколения присутствие в храме было не только религиозно понятным, интересным и необходимым, но и также с богословской стороны, с образовательной, катехизаторской стороны, а также со стороны просто каких-то молодежных проектов, социальных проектов. Храм стал более значимым, так, в принципе, как и предполагается его присутствие в Евангелии.